Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В дискуссии о том, законны или незаконны штрафы за превышение средней скорости движения, свое слово сказали производители таких комплексов фиксации нарушений. Они заявили: так давайте включим понятие «средняя скорость» в КоАП, и дело с концом. Это вызвало негодование некоторых депутатов Госдумы. Нижняя палата парламента, напомню, одобрила в первом чтении поправки, отменяющие взыскание за превышение средней скорости. Правда, было это еще в конце прошлого года. Так что нам, автомобилистам, остается пока только одно. Если такой штраф пришел, подавать на его отмену. Говорят, что дело выигрышное. Трасса 101. Верится в это с трудом, но все-таки озвучу. Федеральные СМИ со ссылкой на некие социологические исследования сообщают о том, что после окончания пандемии чуть ли не половина россиян откажется от общественного транспорта и пересядет на личное авто. Немал процент тех, кто регулярно начнет пользоваться услугами такси или каршеринга. Так что же, общественный транспорт вообще будет не востребован. Все это шибко походит на вброс, организованный автопроизводителями. Трасса 101. Ты медик? Борешься с коронавирусом? Тогда скорее беги за автокредитом и покупай новую машину с 10% скидкой. Это одна из новых мер поддержки, которая вступила в силу 1 июня. Такой же дисконт полагается владельцам авто, выпущенных 6 и более лет назад, сдающих их в трейд-ин. Стоимость автомобиля не должна превышать 1 миллиона рублей. Трасса 101. Среди новых кроссоверов и внедорожников наибольшей популярностью у россиян пользуется марка Hyundai, на втором месте Renault, на третьем – Nissan. Это данные за первые 4 месяца этого года, представленные агентством «Автостат». Также в пятерку лидеров входят Toyota и Kia. Всего за указанный период наши соотечественники приобрели почти 210 тысяч авто сегмента SUV. Трасса 101. Самый покупаемый новый кроссовер в нашей стране, Hyundai Creta, снова подорожал. Прибавка во всех комплектациях составила ровно 7 тысяч рублей. Новый минимальный ценник – 982 тысячи. Кроме того, на 10 тысяч увеличилась стоимость Sonata и Tucson. Santa Fe на 15 тысяч. Solaris и Elantra это пока не коснулось. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.